Хотя американская певица Мадонна и носит святое имя, но в один из самых священных дней в польском календаре не все были рады ее выступлению. В субботу 15 августа на территории бывшего варшавского аэропорта собралась 80-тысячная толпа, чтобы насладиться шоу поп-дивы. И все бы ничего, вот только дата проведения концерта совпала с большим католическим праздником – Вознесение Пресвятой Девы Марии. Больше всего возмутились польские католики, которые заявили, что выступление певицы оскорбило их чувства. А вот поклонников Мадонны подобные заявления не испугали. Если кто-то хочет пойти в церковь, это его выбор. А я хочу пойти на концерт. Я радуюсь концерту Мадонны, а они отмечают религиозный праздник. Не думаю, что плохо то, что концерт Мадонны выпал на этот день. Напомним, что Мадонна посетила Варшаву с концертом в рамках своего мирового турне «Sticky and Sweet», приуроченного к выходу ее последнего альбома «Hard Candy».